45 лет со дня основания, защита звания народный и просто плановый отчетный концерт. Поводов для большого танцевального торжества достаточно. Хореографический ансамбль «Радуга» встречает друзей. В Доме культуры ЗИО, где уже почти полвека танцуют радужные ребята, побывала Ирина Баринова. До начала концерта остаются считанные минуты, но художественный руководитель, балетмейстер и создатель «Радуги» Галина Шершень, кажется, даже не волнуется и спокойно продолжает репетицию. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как скульптор без глины, да? Как художник без полотна, так и я без своих ребят. И все ли дело нет, они герои сегодняшнего дня. И если еще мне удастся с ними поработать, я буду счастлива. В «Радуге» выросло не одно поколение. Сейчас здесь занимаются около 100 танцоров, среди которых и первые выпускники, и дети, делающие лишь первые шаги в танце. Я первый раз выступаю, и еще только давно, когда мне было 2 годика. Я занимаюсь достаточно мало времени по сравнению со всем коллективом, но стараюсь. Мне это очень нравится, особенно коллектив «Радуги» очень добрый, веселый. И очень приятно с ними. Строго, но в то же время интересно. Молодцы. Они с ними так ни слабинки не дают, но и требуют от них. Девчонкам нравится, вот они тянутся все равно, с удовольствием ходят. Чехия, Франция, Германия, Италия – это лишь неполный список стран, которым дарили свое творчество радужные танцоры, дипломанты и лауреаты всероссийских международных конкурсов и фестивалей. Хореографическому ансамблю «Радуга» действительно есть чем гордиться. В репертуаре коллектива сотни постановок. Здесь могут станцевать любой танец мира. Пять лет вместе, плечо к плечу, ребята со своими педагогами переживали взлеты и падения, но ни один из них не пожалел, что в его жизни была и есть частичка волшебной радуги. Ирина Баринова, Владимир Едоков, телекомпания «Кварц».